Инцидент в аэропорту итальянского Бергамо. Прилетевший из Парижа грузовой самолет после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил забор и оказался прямо на автотрассе. Все произошло в 4 утра, машин было немного, поэтому среди водителей никто не пострадал. 3 члена экипажа получили незначительные травмы. Аэропорт временно перестал принимать рейсы, однако на данный момент уже возобновил свою работу.